Шувалов Павел Евгеньевич, тренер сборной СПБУ. Поздравляю с победой. Далась она нам нелегко. Расскажите, как вообще был настрой на сегодняшнюю игру? Ведь мы пропустили тур в Грозном. И как это повлияло на команду? Ну, пропустили тур в Грозном, конечно, потеряли очки. Поэтому нужно было исправлять турнирное положение, по максимуму стараться. Поэтому настроен турнир только победа в каждой игре. И ребята сегодня с хорошим настроем вышли, доказали, да, что они сегодня были в порядке, в принципе. И очень рады, что победили. А как вы считаете, были ли у соперника шансы в сегодняшнем матче? Как вообще вы оцениваете их игру? Ну, на самом деле, да, если посмотреть на табло 4-0, кажется, что все так просто, но на самом деле нет. И при счете 1-0, там у них был момент очень опасный, после которого мы забили второй, стало немножко попроще. Но и так они создавали моменты. В принципе, выглядели достаточно неплохо, создавали нам сопротивление. Поэтому хорошая команда. Нас ждут впереди два непростых матча. Желаем удачи. Спасибо.